Такое настроение плохое. Хочется меня покусать? А Шуша прижала. Еще и белый тут. Открывай дверь. Ого, какая подозрительная вредная морда. Да. Все плохие. Ну ладно, ладно, сейчас настроение изменится, еще на диван придешь, как бы на диване будешь валяться, да, я тебя знаю. Это сейчас рассказываешь. Ну а что делать, сестра? Да. Сейчас хотя бы добрая. Ну, добрая, в смысле, покусать, конечно, можешь, но добрая это не нападаешь. А ты? Лучше от двери отойди. Все, там уже нету. Собаки только что все съели. Да, не оставили тебе ничего. Так что придется подождать чуть-чуть. Пойдем, надо кашу съесть. Пошли, белый. О, Алиса не поняла. Человек как-то неправильно себя повел. Она указывает на дверь. А человек не понимает ее. Пошли, пошли, нету там ничего. Все. Пойдем греться. Пошли с нами, Алиса. Итак, Алиса. Ой, Алиса сегодня весь день была одна с собаками. Ну что, давай что-нибудь уже. Уже много всего спрятала. Фарш для нашей девочки. Да, 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 все хорошо. Вот, и никаких проблем в этом. Никаких не испытываю. Держи. Дуй, моя красота. Прячь, прячь кролика. Заходи еще. Это кто? Алис, кто поет? Это дятел, что ли? Вот он. Это дятел. Интересная песня. Ты что скажешь по этому поводу? А, ты скажешь, открывай сарай по любому поводу. Открывай мне сарай! Не то покусаю. Ага! Так? Я с тобой тут посижу около сарая. Покараулю его, чтоб никто без тебя его не открыл, не закрыл. Хорошо? Можно ухо погладить? О-о-о-о! Я даже еще руку не успел протянуть. А шейку? Нет. Спинку? Тоже нельзя. Патрикевна, ты знаешь, что ты вредная? Ужасно. Ну ничего, ничего. Еще чуть-чуть вредничать осталось. Месяцок, может быть. Кролика помнишь? Никто его так и не нашел из собак. Сразу решила прекратить этот бессмысленный разговор по поводу кролика и сесть сбоку посмотреть на меня и на то, как я ее пускаю в сарай. Такое ощущение, что ты сегодня не завтракал. Хотя, как я помню, очень даже неплохо. Кто поилку-то спрятал? Это чтобы я. Тепло. Дай-ка я посмотрю. Да, неплохо. Очень даже тепленько.
Вот она тут себе вот спрятала паюку, которую я ей оставил. Снег и воду куда-то всю дело. Вытащила и убежала. Ну что за лиса? Так что эксперимент прошел удачно. В домике тепло. Окно вон даже призапотело. Так что закрываем дверь. Алиса сама себе надышала. Все, идем дальше. Значит, надо поставить туда ведро с водой. И данный объем позволяет Алиске его согреть. Отлично получилось. Же сейчас утеплителем. Дальний домик. Так, куда побежала? Алис. Зачем я эту штуку несу? Поставлю ее здесь. Алиса. Нет. Мне так кажется, что я сегодня враг народа. Так как закрыл вчера Алису на ночь в домике. Ой. Ты побежала попить. Молодец. У меня сегодня к тебе на завтрак рыба. Суп очень вкусный из рыбьих голов. Алиса, что ты по поводу этого скажешь? А? Красотень, пошли на завтрак. Нет, какие-то свои дела абсолютно. Пойдем? Лапы сейчас все мокрые будут у тебя. Нет. Вся деловая колбаса побежала по своим делам. Обход территории начался. Все. Это удивительно, как лиса занимается своей территорией, своим домом. То есть все надо обойти, все надо места пометить, все надо просмотреть. Ничего ли не изменилось за время ее отсутствия. Все побежало по своим дорожкам. Кто опять царь горы? О-о-о! Царь горы! Что такое? Что? Белый, ты ее нервируешь. Привет. Ой-ой-ой-ой. Что? О, крыса. Опять крыса. Быстро вырыла. Ты думала, я хотел стырить? Твоя, конечно. Твоя. Да не трогаю я. Молодец. Молоток? Не зря на улице осталось. Да. Думаешь, он покусится на твой схрон? Не. Ой. Все хорошо. Молодец, Алиса. Ой. Уходить? Он довольный, лиса. Спрятала в куче снега свою жертву обстоятельств и кухни.
Молодец. Можно погладить? Ага, конечно, да, я понял. Все, уходить? Все, я ухожу, ухожу, да. Белый, иди подойди к ней, спроси, как у нее дела. Поближе. И еще лапу сунь в яму, которую она выкопала. Все, пойдемте на кухню, все. У нее есть завтрак, у вас нету, пойдемте. Пошли. Алиса, пока.